Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам женские ботинки итальянского бренда Казадей. Верх модели сделан из натуральной кожи теленка, прочного и эластичного материала. Он пропускает воздух, при этом защищает ноги от ветра и холода. Молния позволяет обуваться быстро и легко. Шнуровка регулирует плотность посадки. Высокая форма и прилегающий силуэт подчеркнут щиколотки и защитят от попадания снега и холодного ветра внутрь обуви. Подкладка и стелька из натуральной кожи теленка приятны на ощупь и абсолютно безопасны. Они предотвратят появление мозолей, позволяя вашим ногам дышать и меньше потеть. Резиновая подошва из износостойкая и не промокает. Выступающий рант и утрированно увеличенная толщина подошвы делает силуэт пары актуальным. К тому же защищает кожу верха от промоканий и переохлаждений. Глубокий рисунок протектора защитит от скольжений. Цельник облок высотой 7,5 см подходит женщинам любой комплекции, невысокого и среднего роста. Носите эту пару в стиле городской рок с элементами концептуального арта, с прямыми джинсами и оверсайз-рубашкой, а также с широкими кожаными брюками, водолазкой и кожаной курткой. Модель представлена в черном цвете. Экспериментируйте со стилем, с вашими новыми ботинками Казадей.